На календаре 21 октября. 21 октября 1891 года «Самарская газета» рассказала своим читателям о закрытии базаров с целью уничтожения питейных заведений. Вот что, в частности, сообщало издание. Общество крестьян сел Черновки, Раковки и Хорошенького обратились в уездную управу с просьбой о позволении закрыть у себя базары. Уездное собрание по настоянию священника Сергиевского удовлетворило просьбу с большим удовольствием. 105 лет назад, 21 октября 1918 года, Самара-Златоустовская железная дорога упоминалась в сообщении комиссара Короткова, адресованном в штаб 1-й армии. Самара-Златоустовская дорога на протяжении 190 верст освободилась от чеха и белогвардейцев. Мосты через реку Волгу у Сызрани, через реки Самару и Кинель взорваны. Население возмущено, что учредиловцы не пощадили такого народного достояния, как мосты. «Ни один вор не оберет так, как учредиловцы обобрали казенные помещения», — говорилось в донесении. В народном календаре сегодня день Пелагеи и Трифона. На Руси в эту пору приближение зимы становилось все более ощутимым. Хозяйки доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки. Помимо этого, рачительные хозяева в день Пелагеи и Трифона опускали на дно рек бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой, чтобы запасы сохранились словно в холодильнике, и зимой на крестьянском столе появились вкуснейшие разносолы. Это все, что мы успели вам рассказать о 21 дне октября. Прекрасного настроения вам и успехов в делах!